русские иммигранты в Америке находят всевозможные пути. И люди, которые, рабочие люди, они находят всевозможные возможности. И вот Паша, например, так сказать, стал рыбаком, хотя начал работу здесь, работая таксистом. Потом купил этот катер, с уважением могу назвать сейнер. И работает, зарабатывает на жизнь. И я считаю, это прекрасное сочетание, помимо всего, это огромное удовольствие, потому что люди тысячи лет были охотниками и рыболовами, и вот это что-то в тебе пробуждается, вот это исконное древнее чувство, когда ты ловишь рыбу. Плюс ко всему природа. Но сегодня туман, но все равно в этом есть своя прелесть. И, кстати, я смотрю на это, на водоросли. Мы же их в банках ели, а здесь они с одаром, в огромном количестве. И, кстати, вкусные. Я думаю, что русские люди, они в состоянии выживать где бы то ни было, в любых условиях. Я говорю, люди, привыкшие работать. Не просто разговаривать и давать команды, а те, которые умеют своими руками что-то делать, они везде нужны, их везде уважают. Пашенька, в каком году ты приехал в Америку? В 91-м году я приехал сюда. Посмотреть, приехал туристом. Ага. Посмотрел, мне понравилось. И решил остаться. А где ты начал работать? В Лос-Анджелесе или в другом городе? Не, я приехал сюда, в Лос-Анджелес. Так и остался. Работал сначала на стройке. На стройке, да. Как все. Как все. С этого начинали. Так. Потом пошел в такси, поработал. Сколько? Пару лет? Ну, в такси я больше отработал. Стаж-то большой, лет 10. Лет 10. Да. Ну и заработал на... А как вот решение пришло к тебе вот стать рыбаком? Рыбаком с детства обожал. В Сибири рыбачил. Ну а потом посмотрел, здесь люди деньги зарабатывают в океане. А почему и я не смогу? Пашенька, спасибо за огромное удовольствие, за возможность порыбачить. А Леночку вот за то, что она такого рыбака вырастила и организовала такой стол потрясающий. Это удивительно и очень приятно в вашем новом доме. Сколько вы в нем уже? А скоро будет год в мае. Год уже, да? То есть вы только-только приживаетесь, притираетесь к стенам. Но дом у вас очень симпатичный. Здесь их называют таунхоум. То есть это... Это как коттедж, можно сказать. Коттедж. Здесь комплекс таких домов. Да. Но это большой дом, это прекрасный дом. И вы, приехав практически с одним чемоданом в самом начале, вот, вы потом, в общем, работали и имели возможность купить такой дом. Да. Мы трудились с первого дня, учились, трудились. В общем, здесь есть еще русские рыбаки, или ты единственный? Ну, сейчас нет. Сейчас есть еще один. Вот рядом со мной стоит, он сегодня тоже утром вышел, до сих пор сейчас работает. Вот, Миша, сосед. У него Анна называется, в честь его жены, корабль. Стоим рядом, можно сказать, борт в борт. А он из какого города? Он тоже питерский, он тоже в Ленинграде прожил много. Он второй год рыбачит. Сегодня мы в гостях у актера, режиссера, сценариста и сценарного доктора Владимира Скоморовского. Особый интерес для меня представляет тема русского иммигранта, который приезжает в Америку и добавляет
духовно, эмоционально, художественно, бытово, культурно, этично добавляет американскому образу, добавляет качество великого русского человека, души русской, русского поведения, русского, я не говорю советского, русского человека, который вырос на русской культуре, на русской музыке, на русском шахмате, на русской математике, на русской этике, на русской способности любить. И мы добавляем, американцы смотрят на нас, и мы говорим о них, и открываем их души нашим ключом. И фильм о русском иммигранте еще впереди, и мы его сделаем. Хорошо. В общем, всех творческих успехов. Спасибо, Мил. И тебе спасибо, да, тебе спасибо, дорогой, потому что это было огромное удовольствие с тобой поговорить. Но я всегда рад видеть тебя, ты знаешь. Спасибо. Спасибо. Мне хочется представить вам Ричарда Харрисона, моего друга уже 20 лет. Дело в том, что актеры – это своеобразная нация, своеобразная национальность. И Ричард снимался в 60 странах мира. Но Ричард – человек, который вот всегда очень интересовался Россией. Ричард, so you certainly know about, Ричард, certainly ты, know конечно about же, знаешь о русской культуре и русской литературе. Что побудило тебя написать сценарий с названием «Русский»? Можешь ты рассказать нашим зрителям об этом? Я пишу о русском, который приехал в Соединенные Штаты в 1860-65 году, который встречает молодую индийскую женщину Лозан. Он с его прошлого, из его опыта, хорошие родители у него были, у него очень тонкая душа, и он не верит в решение конфликтов при помощи насилия. Он пытается учить ее своей жизни, на философии в жизни, она тоже помогает ему понять свой мир. Я думаю, что это вот самая главная тема об этом. Я надеюсь, что когда мы будем делать этот фильм, мы сделаем это так, что это достигнет зрителей, и что они поймут, что это все о том, чтобы понять друг друга. Я очень рад и очень благодарен Ричарду, что он выбрал меня на эту роль. Спасибо, Ричард. Thank you very much. We are very happy to be in your home. And give me a hug. A Russian hug. Okay. There we go. Thank you, dear. Thank you. Сейчас мы находимся в магазине «Русская книга» на бульваре Санта-Моника в центре Лос-Анджелеса. Когда я зашел в этот магазин, помимо философской литературы и художественной литературы, я увидел полки с русскими учебниками. Это удивительно, это вы делаете очень большое дело, потому что видно, что родители, которые покупают эти книги, они стараются сохранить язык русский именно на высоком уровне, не просто обычный разговорный язык, но литературный язык. Я, конечно, согласен с вами, Олег, в том, что наша иммиграция старается сохранить в своих детях русский язык. И большинство родителей, бабушек, дедушек, конечно, стремятся, чтобы дети как минимум говорили по-русски. Также интересно узнать, что Герман, будучи сначала очень известным переводчиком, здесь очень востребуемым, он вдруг начал свою карьеру в кино. Он говорит, тут съемку начинают фильма.
охота за Красным Октябрем на Парамаунте. Я говорю, а как туда попасть, это, в Массов? Он говорит, ну позвони туда. И потом я начал еще работать на этом же фильме с Шоном Коннери, Алек Болдуин, Сэм Нил и прочие знаменитости. И я был также и там, и dialect coach это называется, то есть учил их говорить русские фразы с более или менее понятным акцентом. И вот с этого фильма началась моя карьера. Вот. После этого было телевизионное шоу, я там маленькую роль имел, потом еще. И так одно за другим и потянулось. Благодаря тебе. Это была музыка. До него никогда не дойдет. Это пацана-то? Нет, не дойдет. Что вы сказали? Это не твоя забота. Твоя забота следить за тем, что там нового. Салага. Джейми Стёрбо. Это мой режиссер, который на свои деньги снял свою рекламу, в которой мы участвуем с Германом Синицыным. И меня интересует, каким образом вот американец взял и сделал фильм, маленький фильм, но о нас, о русских. Вот, Джейми, как пришла к тебе идея сделать этот маленький фильм о русских? Фильм about Russians. Еще раньше до этих съемок я попал в Москву, где мы снимали рекламу для Pizza Hut во времена Михаила Горбачева. Я работал там в операторской группе, буквально влюбился в русских людей, в Москву, во все происходящее вокруг. И мне захотелось, приехав в Америку, сделать фильм о русской душе, о настоящих русских. Убедили, что я должна заниматься реал-эстейтом, потому что это было более выгодно в то время. И в 89 году я начала заниматься реал-эстейтом. И это был очень тяжелый год, чтобы начинать, потому что экономика, поскольку она имеет циклическую форму, в тот самый момент цены дошли до предела, и маркет остановился. И я как раз начала свою работу. И начала я очень тяжело, хотя для учебы... Ты потрясающе совершенно. Я думаю, что вот ты была не просто человеком в магазине, который одевал людей. Ты как бы еще входила вот в их суть, в их желание, в их вкус. И поправляла это. У тебя великолепный вкус. Вот заходишь в твой дом, у тебя нет вот ни одного уголочка, чтобы это было безвкусно. Все очень шикарно в одном стиле. И вот этот дом, который ты хотела продать, но потом влюбилась сама, и сама, в общем-то, была очарована этим домом. И этот дом к тебе очень и очень подходит. И для нас это, в общем, огромное удовольствие, что мы встретили тебя и желаем тебе самого-самого-самого лучшего. И я думаю, ты еще многих и многих людей сделаешь очень и очень счастливыми. Спасибо, Галочка. Спасибо, Филатович. Спасибо. На две судьбы, на две страны мосты, мосты. Мы в гостях у моего доброго друга, давнего друга, Зиновия Шершера, композитора и художника, который, как все мы, которые живем здесь, начали свою жизнь буквально с нуля, приехав. И ты не можешь, я знаю тебя, ты не в состоянии просто сидеть и ждать. Ты наверняка что-то начал делать, да? Что ты делал? Маляром работал. Маляром потом уже. Меня взяли уже в ресторан.
А в ресторан что делать? Петь. Петь. Первое приглашение в галерею работать, первый контракт с галереей. Мне приятен каждый шаг в искусстве. Я потом сделал стену, вот роспись стены. Потом мне предложили сделать картину к 65-летию Оскара, который сегодня в Hollywood Entertainment Museum. И, конечно, для меня это просто определенные этапики пути. Но останавливаться, конечно, я никогда не буду, потому что мне кажется, что я еще не все сказал, и поэтому я буду стремиться как можно больше выразить себя, искать новые материалы, искать новые мотивы и так далее. То же самое и в музыке. То же самое в музыке. Знаете, мы как начали записывать свои альбомы на русском языке. И прошло много-много лет, пока не раздался звонок, и мне предложили написать первую музыку и песню к фильму. И после первого альбома, вот Christmas-альбома, вдруг позвонил Шелли Коэн, маэстро из NBC, который предложил мне совместный альбом. И вот мы недавно выпустили альбом, буквально, который назвали Color Blue. Our hearts will be this one, together, today. It's all about love, this journey. Все мы белые искры. Мы осенние звезды, пролетаем и гаснем в море наших надежд. Все мы белые искры, мы осенние звезды, пролетаем и гаснем в море наших надежд. Все мы белые искры. Мы осенние звезды, пролетаем и гаснем в море нашей надежды. Наша эпопея закончилась. До следующего раза, дорогие друзья.